Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы глянем игру, которая называется Академия Героев 2. Ходит я. Это вражеский кристалл, уничтожим его. Конечно, уничтожим. Добро пожаловать на поле боя Академия Героев. Перетащите пехотинца ближе к кристаллу. Легко. Отлично, теперь ваш пехотинец готов атаковать. Перетащите его на кристалл. Опять же легко. Уничтожайте кристалла врага, чтобы победить. Для вас этот ход закончен, понятно? Ходит Маракс. Фанфары наносит кому-то там урон. Ух ты, смотри. Ха-ха, тебе понравилось? Следующая карта. Ё-моё, ты не припухли, Маракс, а? Сейчас пронзателю не поздоровится. Магистр Альберик атакует с расстояния. Пронзатель, герой ближнего боя. Он не сможет нанести ответный удар. Перетащите Альберика на пронзателя. Ага, перетащить, значит, вот так вот. Хорошо, давайте сделаем. На-ка, выкуси. Неплохо. Атакуйте кристалл своим пехотинцем. Перетащите его на цель. Сделаем. Герои больше не могут действовать. Понятно. Конец хода. Опять Маракс ходит. Дальняя цепь. О, я еще стою. Ты хотел сказать, пока стоишь. Ой, пехотинца моего убили. Проклятие, меня окружает, помогите. Вы получили карту пехотинца, перетащите на поле боя ее. Понятно. На квадратик вот на этот, да, значит, на синий. Ну хорошо, выставим. На поле боя всегда должны присутствовать герои. Отправьте в бой нового пехотинца, я уже отправил. Ага, сюда нужно, хорошо. Герои получают ОД в начале хода, и Альберик вновь может атаковать. Перетащить его на пронзателя. Опять он будет сейчас его бомбить. Но у него всего один дамаг. Запомните, дети, не делайте такого без присмотра родителей. Так, конец хода. Это у нас, ребятушки, идет обучение пока. Опять Марак сходит. Атакует мой кристалл, эти гаденыши. Так. Фантом. Он вызывает. Какой-то скелетик никудышный. Хорошо. Их все еще слишком много, но у нас есть магия. Разрушитель кристаллов. Вот нужное заклятие. Перетащите на кристалл, чтобы победить. Хорошо, давайте перетащим. И... Бум! Нет! Да, да, Маракс. Я же тебе говорил, да выделываешься. Ну что же, первая наша победа в обучении. Прекрасно, вы одолели Маракса. Сделайте это еще раз и попадете в Академию. Ну, с удовольствием мы это сделаем, почему бы и нет. Я хочу в Академию Героев попасть, елки-палки. Тем более вторая часть. О, это что такое? Это что такое прибыло? В этом мире победу одержу я. Тьфу, ты уже 5 секунд как в дураках. Вы получаете ману в начале хода. Понятно, мы выставляем лучницу. Прекрасная лучница, как и я, она атакует издалека. Уничтожьте кристалл Маракса, продвигайте бойцов вперед, перетаскивайте их в нужное место. Ага, ну давай перетащим, вот так. Следующим ходом, понятно, конец. Будет, ходит Маракс. Сильный удар, монах бездны. Так, пронзатель. Опять всем удар. Точно всем дамаг нанес, урод. Ходим мы. Лучница ранена. И что? Силы можно использовать только раз за ход. Сила лекаря исцеляет героев, перетащите ее на лучницу. Ну что ж, давайте перетащим. И что у нас тут? Вуаля! Так-то лучше. Ага, одну очку подхила получила. Ладно. Чтобы что-то делать, героям нужны ОД. Перемещение отнимает одну очку действия. Перетащите сэра Балдрика к монаху бездны. С удовольствием я это сделаю. Отлично. Зеленое кольцо вокруг героя показывает оставшиеся ОД. Атакуйте монаха бездны с помощью сэра Балдрига. На этом его очки действия кончатся. Атакуем. Опа, контрудар получили. Атаки расходуют все оставшиеся очки действия. Атакуйте пронзателя лучницей. Легко, елки-палки. Блин, тоже один дамаг всего. Помните о том, что вы не можете перемещаться после атаки. Если нужно переместить героя, сделайте это до атаки. Передвиньте Альберика так, чтобы он мог ударить по кристаллу врага. Ага, вот сюда его надо переместить, хорошо. У магистра Альберика осталось один ОД. Атакуйте кристалл Маракса. На-ка. У него цепная еще идет реакция.
Нужно пушечное мясо. Это вы на рыцаря вот на этого намекаете? Ну давайте выставим его. У нового героя всего один ОД. Подвиньте пехотинца вперед, следующим ходом он сможет вступить в бой. Ваши герои потратили, понятно, конец хода. Маракс опять ходит. Вызывает фантом. Слушайте, я думаю, мы сейчас просто-напросто, блин, добьем. Должны добить. Кристалл этот, очки действия восстанавливаются в начале хода. Атакуйте кристалл врага. В принципе, все понятно. Так, здесь мы сейчас две атаки нанесем. Вот так вот. И, в принципе, давай, мечник, добивай кристалл. Тыдыщ! Плевать, моя колода все равно сильнее. Маракс, иди отдыхай, а. Старый ты маразматик. Колода, стартер, консул, открыто. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ребят, вы... неплохо. Это стартовая колода? А что тогда будет, если я получу продвинутую какую-нибудь? И вообще такая будет? Поздравляем! Вы получили стартовую колоду консул. Глава. Ежедневные задания помогут вам получить награды за их прохождение и оттачивать мастерство. Перейти страница заданий. Давайте перейдем. Каждый день первой недели вы будете получать подарок. Возвращайтесь завтра за новой картой. Понятно все. Вперед! Вначале вы должны пройти кампанию консулов. В награду вы получите ультранабор консул. Загружаются данные. Так, надо подождать, ребята, пока обновится у нас игра. Надеюсь, это у нас произойдет долго. Короче, сейчас загрузимся и продолжим с вами играть, ребята. Так, ну что, продолжаем играть в Академию. Битва сэра Балдрика. Легендарный сэр Балдрик бросает вам вызов. Сумеете ли вы одолеть лучшего рыцаря консулов? Ух, интересный вопрос. Мне самому хочется обучение дуэль. А что, забираем? Что такое у нас здесь? Ежедневные алмазы. Три алмазика получите и распишитесь. Понятно. А здесь у нас... Ну, наверное, сюда надо идти вперед. А, играть, ё-моё, конечно же играть. Ну-ка, ну-ка. Что у нас здесь? Я так понимаю, обучение мы прошли, все. Теперь уже мы сами по себе, да? Битва сэра Балдрика. Легендарный сэр, а, ну это мы уже читали, ребят. Нам это не интересно. Давай, покажи, что умеешь. Встреться с настоящим консулом. Они опираются на сильных, хорошо вооруженных героев и целительную магию. Ясно. Уничтожьте кристалл врага. Сделаем. Так, у нас три манны, да, ребята, есть. И мы можем с вами что-то вызвать. Давайте-ка для начала вот это вот. Ух ты, свирепый-то какой. 2 и 2, короче, 2 атаки, 2 защиты. Угу. Конец хода. Ходит сэр Балдрик. Ладья. Да что ты говоришь, ух ты. Так, ребята, что же нам сделать? Осадное оружие, наносит 2 урона, да? Ну и как это сделать? Непонятно. 1 урон герою. Ё-моё, это получается и моему, что ли, нет, нифига, что-то не срабатывает. Волчонок. Слушайте, а волчонка мы можем призвать, почему бы и нет, да? Или нет? Я не пойму, блин. Чё за фигня, столько карт, ничего не могу сделать. Плюс 1 к перемещению союзника. Раненый союзник получает 1 и 1. Тут надо, ребятушки, с картами-то с этими разбираться еще. Для начала, не все так просто. Надо изучить, что, какая карта делает. Ну-ка, давайте вот так попробуем, а. Оу, понятно, она атакует только лишь противников. Готово, охламонка, ладья упала, ребята, все. И мы больше ничего не можем сделать, да? Хотя у нас еще есть 4 манны. Пум-пум-пум-пум. Надо как-то нам вызвать волчонка. Давайте вот сюда, наверное, его поставим. Ну, передвигаемся, наверное, мы с тобой вот сюда. И еще 2 маны. Ну, мы будем, наверное, пропускать с вами ход, потому что больше нам нечего делать. Опять он вызывает ладью. Хорошо. Что теперь? Оп-оп-оп, убегает. Хорошо, значит, у нас кипящий котел. Можем рыцаря вызвать пехотинца. Давайте мы, наверное, так и сделаем.
Так, у кристалла 7 хп, как вы видите. Давайте, наверное, атаковать. Так, отлично. Волчонок, давай сюда. И ты можешь еще, я так понимаю, ударить. Раненый союзник получает 1+1. По площади. Вот как вот это сделать, а? По площади. Не функционирует почему-то. Может быть, я что-то неправильно делаю? Срабатывает при попадании героя. Хм. Так. Черт, опасная штука, наверное. Закончи ход. Эх, давай, наверное, нет пока. Мы можем же, в принципе, с вами что? Волчонком ударить. Да? Хо, шикарно, мы теперь пропускаем. Сэр Балдрик у нас появляется, да? Опачки, а вот и сэр Балдрик. Вы пробили броню сэра Балдрика, но урона ему не нанесли. Тут заваруха у нас какая-то, пока тут читал все. Давай дальше. Продолжайте атаковать, чтобы снизить здоровье сэра Балдрика, пока он не восстановит броню. Осторожнее, Рэй, аура сэра Балдрика повышает силу атаки соседних с ним героев. Понятно. Блин, надо эту ладью грохать, ребята. Вот так вот ей. Блин, ах ты, она еще и перед смертью может уничтожить героя, карта. Ну-ка. Куда он там полетел? Ёлки-палки, нифига, вот такая вот карта просто может уничтожить героя. Обалдеть. Ходит сэр. Опять ладья. Ну, у него, походу, только ладья и сам сэр. Все, больше у него ничего нету. Так, мы ходим. Мифриловые трусы. Давайте сделаем. Та-дунс, у нас с вами защита возросла. Так, идем сюда, и у нас еще есть на атаку. Блин, всего лишь один дамаг нанесли. Фигово, вот чем скажу. Раненый получает, давайте. А что, она не действует, что ли? Хм, а, он у нас, видимо, не раненый. Котел тоже не могу почему-то сделать. Ну, я не знаю, давайте. Так, погодите секунду. Ага, вот что я могу. Один к мечу, давайте повысим атаку. Так, а теперь можно пропустить ход. Ну что, ладья, вызывает сэр лучника себе. Пею по мне, нормуль. Я все равно выдержу, ребята, как ни крути. И сейчас я всю свою силу выпущу на этот вонючий кристалл сэра Балдрика. Вот так вот. Чего сгрустнули-то? Проклятье, ты быстро учишься. Ну а ты что думал, елки-палки? Я же в академии, как-никак. Мне дано учиться быстро. Вы получили много золота за победу над сэром Балдриком. Пустим награду в дело? Естественно. А что ты мне предлагаешь? У вас достаточно золота, чтобы купить набор карт. Наборы позволяют усилить колоду. Переходим в магазин. 1500, да? Ну-ка, что нам тут достанется? Набор карт появляется на главной странице. Перейти. Ну-ка, давайте-ка откроем с вами набор. Что нам достанется? Набор обычных карт. Резкий удар, зачаровать молот и сэр Балдрик даже достается нам. Вот так вот, ребята. Очаровательно, обожаю этого героя. Надо добавить карту в колоду. Так, сейчас ты меня будешь обучать, как ее добавить, да? Точно, ребята, создание колоды у нас сейчас будет. Так... Колода заполнена, уберите из нее пехотинца, чтобы освободить место, перетащите карту из правой панели. Так, перетаскиваем. Ага, а в колоду берем Балдрика, вот так, отлично, теперь пройдите кампанию консулов, перейти в одиночную игру. Ну, пойдем. Битва с Синей Королевой. Синяя Королева и ее стрелки, следующее испытание. Помните, герои дальнего боя не могут сражаться с теми, кто стоит рядом. А вот это хорошо. Это просто чудно. Значит, они должны как бы отойти на расстояние и потом стрелять. Ух ты. Новая локация у нас здесь. Так, ну это мы читали с вами. Победа над сэром Балдриком многое говорит о твоем мастерстве. И еще бы, елки-палки. Кто мне тут доступен? У меня ладья доступен и лучница, да? Три маны. Давайте, наверное, вот так вот ладью поставим сюда. Хорошо. В принципе, все. У нас тут резкий удар, но он нам не нужен. Пропускаем ход.
Ага, вызывает лучницу. Ладно. Блин, фига она сразу может бомбить, а? Ух ты, это кто такой у нас? Гордый страж. Ну-ка, давайте вызовем его. Отлично. 2-2. Давайте его сюда подвинем. И будем атаковать, наверное, кристалл. Бам! Крушение плюс один. Так, и лучницу сюда. До кучи. Так, вот сюда ее поставим. Хе-хе-хе. Такие милые герои, прикольно. Ох ты, он еще одну. Точнее, она вызывает еще одну лучницу. Бим! Да ладно, сейчас забьют. Точно, ребята? Стража убили, гады. Так. Ох ты, дуговой гладиус. Это для лучницы, видимо. А ну-ка, давайте попробуем, что у нас из этого получится. Нафиг старый лук, мы получили новый. Правильно, лучница. Единственная проблема в том, что достанешь ли ты. Достанет. Опа, готово. Слушай, блин, она контр-атакует. Так, у кристалла всего ничего осталось. Получает плюс один, молотобоец. Так, наносит один урон. Ну-ка, давайте-ка нанесем. Резкий удар. Пью! Пронзили. Так, ну что, ребят, давайте пропустим ход. Чё там, дальняя аура? Встречайте королеву. Да ладно, смотри, она резать может. Так, хорошо. Блин, забомбили мою ладью. Черт бы их побрал. Консулы умеют воскрешать павших героев. Добивайте врагов, перемещая своих героев на них. Ну, понятное дело, ё-моё. Так, лучница, давай-ка этого вот так убьем. Блин. Ничья. Хорошо, у нас есть вот что. Боевой пони. Так, ну что, двигайся. Пыльный вихрь. Так. Не знаю, не знаю, что за пыльный вихрь такой. Блин, коник у меня не может ходить, к сожалению. Наносит 2 единицы урона. Блин, придется, наверное, ребята, пропускать на своем ход. Мы ничего не можем сделать. Уничтожает героя. Но там 6 нужно, а у меня 3. Ты смотри, что делает, а? И еще и лучницу призывает. Ну ладно, хорошо. Блин, еще стреляет. Она под усилением, что ли? Так, пехотинец у нас есть, ребята. Давайте его призовем. Ух ты, мы можем и сэра Балдрика призвать. Ну, теперь поговорим, наверное, по душам, ребята. Так, отступаем здесь. Так, а этими, наверное, немножечко пододвинемся вот сюда. Давай, Балдрик. Хотя я под лучницу подставляюсь. А, они тут обе лучницы. Синяя королева тоже. Ладно, посмотрим, смогут ли добить или нет. Ага, Балдрик жив. Да нет, у нас все пока под контролем. Ну-ка, божественный кулак уничтожает героя. Ну-ка, дайте-ка я сейчас попробую. Что такое? Что такое? Я не могу понять. Убирает героя и его тело. Ай, ребята, у нас, блин, маны не хватает. Требуется же 6. Че я опять туплю-то? Хорошо, давайте вот так попробуем. Не действует? А для кого же это тогда? На случайную клетку. Давайте тогда волчонка, что ли, вызовем? Ё-моё. Нам же нужно кого-то призывать в любом случае. И будем. Ну-ка, давай-ка звезданем, пожалуй. Вот так. И еще сейчас у меня рыцарь. Бум! Синяя королева, пока. Адьюз. Хм, неплохо для новичка. Я уже не новичок, так что не свисти мне здесь. Довольно неплохо, 200 золота получаем. Вы заставили очередного лидера консулов преклониться. Осталось последнее испытание, и первое задание будет завершено. Ну что же, это меня радует. Королевская проверка. Король терпеливо ждет вас. Покажите ему, чему успели научиться. Ух, ребятушки, ну давайте покажем ему, чему мы все-таки с вами научились. А научились мы практически всему. Так, уже смотрите, по 2 кристалла. Так, это мы читали, нам неинтересно. Так, король Бастиан у нас здесь. Ясно. Давай-ка сюда подойдем. И конец хода. Так, Бастиан ходит. Вызывает лучницу, как ни странно. И будет сейчас по мне, да-да-да, именно стрелять. Так, что же у нас такое? Враг не может использовать месть.
Балдрика. Мы можем Балдрика вызвать, почему бы и нет. И подвинем его, наверное, вот сюда, поближе, чтобы она не смогла нас атаковать. И бьем по кристаллу. Бум! Иногда вам придется атаковать сразу несколько кристаллов. Я уже понял. Когда уничтожен первый кристалл с любой стороны, у обоих игроков расширяется на один ряд зона призыва бойцов. Что-то новенькое. Опа! Так, я хожу. Кого? Ну, у меня только выбор, ребята, лучницу призвать. Да желательно так, чтобы она смогла атаковать вот эту ладью вражескую. И она чтобы сдохла. Отлично получилось у нас. Так, сэр Балдрик, ну-ка, ну-ка, накажи ее. Вот так. Замечательно. А теперь ладья бьет по кристаллу. Ну что, ребята, вроде бы совсем-совсем неплохо, недурно, я даже сказал. Так, Бастиан опять ходит, вызывает пехотинца. Да что ты, опа. А у меня щит, ты не видел? Хе-хе, недовольный такой злой. Так, мифриловые трусы. Давайте-ка Балдрику повесим. Мы теперь в мифриловых трусах. И кристалл один уничтожен. Славно, теперь ты можешь призвать героев ближе к моему последнему кристаллу. Понятно. Атакуем и добиваем пехотинца. Бульк. Отлично, давай, сэр Балдрик, подходи сюда. И бей по кристаллу. Не понял, что такое? Что ты? Вот. И также ладья у меня, по идее. Блин, ладья что-то не сделал ход. Ух ты, сам Бастиан. Долгих дней консулам. Ёпарас, это нифига у него. Оу. Мою ладью подбил гаденыш. Он еще и пехотинца вызывает. Откуда у тебя столько маны накопилось? Олух, ты несчастный, а? Давайте попробуем термина. Что это? Ого. Фига тут, чувак. Причем у него ничего не написано. А, 8 хп и 5 жизней. Атакуем кристалл. Блин, вот бы лучницей как-нибудь. А сможет, нет? Да, ребята. Смогла красавица моя уничтожить этот вонючий кристалл. Сил тебе и правда не занимать. Еще бы, елки-палки. Король, я же тебе говорил, что я покажу на все, что я способен и чему меня научили. Ура, вы победили консула. В награду вы получаете ультранабор консул, содержащий легендарную карту. Хо-хо, вижу, вы выполнили первое задание. Так, собрать. Конечно, собираем, ребят. И где карта легендарная? Дайте мне ее. Ультранабор. Да это же ультранабор консул. Надо скорее его открыть. Конечно, надо. Давай открывать. Где там Лего? Йоу-йоу-йоу! Синяя королева, вот она, Лего, ребята. Обрушение, хитрый ученик, верный посох и опять обрушение. Фух, ну что, вроде бы не дурно. Пора разобраться в основах дуэли. У меня есть для вас задание, перейти. Первые дуэли пройдут с обучающими ботами. Выполните это задание, чтобы затем сразиться с настоящими игроками. Да? Начать дуэль можно с главной страницы. Ага, переходим на главную. Как и в настоящих дуэлях, для победы надо уничтожить кристалл врага, но обучающие дуэли несколько проще. Ну давайте посмотрим, что тут за обучающие дуэли. Итак, у меня, смотрите-ка, 3 кристалла, а у него всего 2. Пум-пум-пум. Так что давайте приступим. Хе-хе, давайте, наверное, что это за хламон такое, а? Старшина? Ну, как-то нелепо он выглядит. Давайте, наверное, начнем с лучницы. Так, замечательно. Лучница, ты можешь? Да, она может сразу атаковать. Конец хода. Обучающий бот ходит. Крысу вызывает, да? Ой, какая малютка. Буквально на удар. Так, мы можем, да, можем убить ее. Замечательно все, пока хорошо. Давайте старшину вызовем, что это за чудик такой. Старшина, блин. Давайте сюда, ескает он там. Так, лук. Давайте поставим лучницу моей, естественно. Вот так, нафиг ей старый лук, выкинул его, да, к ядрене фени. Так, бот ходит. Злоба. Исповедник.
Ой-ой-ой, куда это он побежал? Так, у нас есть ладья. Давайте-ка мы, наверное, с вами ладью вызовем. И должны, по идее, сразу атаковать, да? Можем же. Так. О, на ладью можно применить. Замечательно. Так, не достает моя лучница, однако. А отсюда достанешь? У него 5 хп. Так, отлично. Бум. Ай, контрудар у него. Черт бы его побрал. Так, старшина, ты сможешь добить? Да, конечно, сможет. Не будет он... Оу. Фига, он сколько раз его не бей, контрудар все равно у него есть. Хорошо, давайте посмотрим, что на этот раз вызовет. Волчонка вызывает. Ага. Блин, старшина. Ты был хорош. Но жаль, что быстро испустил свой дух. Ладно, мы отомстим за тебя, старшина. Вот, пехотинец вышел. Поближе к кристаллу передвигаемся, ребята. Так, атакуем. Давайте-ка, наверное, вот этот. Опа. И ладьюшечка у меня. Давай, бей. Бам, волчонка не стала. Ай-яй-яй, и ладьи мои тоже. Блин, я все время забываю, что у них контрудар у каждого. Так, погоди-ка, нет. Давай-ка кое-что глянем. Ну, этого мы пока делать не будем, да? Так, погоди-ка, мы точно всеми походили? Да? Пропускаем тогда ход, теперь уже точно. Опять призывает волчонка, а? Так, он бежит к кристаллу. Мифриловые трусы у нас появились. Давай, мечник. Точнее, это пехотинец. Да какая разница. Укрепим его по полной программе. Да что такое? По полной программе. Вау. Теперь атакуем кристалл. Так. Слушайте, лучница сейчас добьет этот кристаллик. Да. Все у нас на мази. О, смотрите, все сравнялось. Так, подожди, а почему на волчонка не действует? Ну-ка. Тюк. Получил свое, гаденыш. Ну и что ты будешь делать? Ах ты, вот как, значит, да? Бум, сдохни. Таракан. Что за таракан-то? Оу, механический пучок. Ты смотри, как что сделал, а? Ладно, тараканчик. Раз ты так, мы тогда будем делать вот так вот. На, гад. Ай, блин, контрудар у него. Да что такое, что все время забываю. Я просто не привык, что в играх постоянно контрят. Ну, этот-то братишка, ребят, поверьте мне, сейчас просто таких делов... Зачем я это сделал, а? Все равно он бьет только на второй раунд. Тьфу. Ладно, фиг с ним. Вот, кстати, если в дуэли играть, можно таких дел натворить, что потом будешь долго жалеть об этом. Ну все, сейчас мы с вами будем добивать кристалл. На! Получи, распишись, обучающий бот. Ну что, ребята, вот как-то так. Как-то так у нас все это вышло. Довольно прикольная игра. Если кому-то нравится, то скачивайте и играйте, развивайтесь, ребятушки. Получил сундук дуэли. А, нет, не получил, но получу за кристаллы. Ну что же. А на этом я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. И увидимся уже с вами в следующих видосиках. Если вам понравилось, то лайк. Если хотите видеть продолжение, пишите мне в комментариях. В общем, как обычно, все те же самые дела. Ну что же, все. Довольно мило, прикольно. И главное, что интересно. Всем пока и удачи, ребята.